Привет, друзья! В эфире программа Game On. Новости и обзоры современных видеоигр. Не отходите от экранов. Консоли нового поколения. Версии для Xbox 360. Согласно сюжету, Барт находит мануал к некой игре под названием «Симпсоны» и выясняет, что у всех членов его семьи уже есть уникальные супергеройские способности. Это с одной стороны. А с другой, в продажу поступает игра Grand Theft Scratchy, и Марш объявляет поход против насилия в видеоиграх. В общем, событий тут много. Играть можно будет до самых разных «Симпсонов». Разумеется, не обойдется и без других участников мультипликационного шоу. Графика хороша, слов нет. Мир «Симпсонов» не требует чрезвычайной детализации и массы полигонов. Главное — точно попасть в эстетику сериала. И дизайнеры попали. Происходящее больше всего похоже на оживший эпизод мультфильма, чудесным образом снятого в полном 3D. Между тем, самый обычный аркадный платформер. Симпсоны сражаются с разными мелкими неприятностями, одолевают боссов, используют свои супергероические способности. Главное здесь другое. Игра представляет собой внушительный сборник пародий на игровую индустрию, замешанную на едком юморе сериала. Среди прочих, тут иронизируют над Grand Theft Auto, Medal of Honor, Shadow of Colossus и японскими играми в стиле аниме. Получается остроумно и смешно. Мне игра понравилась. Уверен, понравится и многочисленным поклонникам сериала. Всем остальным, надо признать, будет не очень интересно. Чтобы понять юмор, надо знать мифологию «Симпсонов» и быть в курсе современной игровой индустрии, то есть знать объекты пародий.